За последний год на территории нашей области зарегистрирован 451 пожар, в результате которых 3 человека погибло и 6 человек получили травмы разной степени тяжести. Большинство возгораний происходит в основном из-за нарушения техники безопасности, а также по причине замыкания проводки электроприборов, неосторожного обращения с газовым оборудованием и разведения открытого огня. На территории Акимовской области на сегодня уже зарегистрирован 451 пожар, и львиная доля этих пожаров приходится на жилой сектор. И тут необходимо ответить, что жилой сектор, как и пожар на транспорте, они не относятся к категории подконтрольных объектов для уполномоченного органа, то есть для нас. Поэтому, чтобы компенсировать вот это отсутствие контроля, нами ежегодно в преддверии отопительного периода осуществляется акция пожарной безопасности, в рамках которой мы осуществляем обход жилого сектора на предмет соблюдения жильцами правил пожарной безопасности. Очередная плановая проверка проводилась в преддверии приближающегося отопительного сезона. В первую очередь сотрудники пожарной безопасности совместно со специалистами АО «Кастрансгаз Аймак» провели осмотр газовых труб и дымоходов и провели инструктаж жителей домов, раздавая информирующие брошюры. Здесь необходимо отметить, что эта работа осуществляется совместно и с акиматами, совместно с газовой службой, энергосистемой. И к этой работе у нас в настоящее время подключаются все волонтерские организации, с которыми у нас заключены меморандумы. Эта работа массово будет осуществляться. Департамент чрезвычайных ситуаций предупреждает всех жителей области заблаговременно подготовить дома и проверить готовность отопительной системы к осенне-зимнему периоду во избежание возгорания или отравления угарным газом. Тамирис Шумабаева, Алексей Уразов, программа «Факт».